Всем привет, друзья! Давайте без лишней болтовни пробежимся по самым интересным новостям за сегодняшний день. Лайки просить не буду, это по желанию. Погнали! 6 февраля 2020 года президент РФ Владимир Путин назначил Дмитрия Маханина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края. Для чего ты это рассказываешь, спросите, возможно, вы. Да вот почему. Конор Макгрегор поддержал кандидата в губернаторы Пермского края на предстоящих выборах. Dmitry Makonnen, I would like to wish you luck in the upcoming governor election. My good friend Artem told me all about the great work you do in the Perm region. And I know that people will be in good hands with you in charge. Good luck in the upcoming election. Кто задался вопросом, в какой партии он состоит, отвечаю. Мой древний край красивый, едины мы с тобой. Куча, блядь! О, дурак! Дастин Порье выложил видео тренировки в Инстаграм и отметил Тони Фергюсона. Надеюсь, что бой у них все же состоится. Очень жду. Все ММА-каналы на Ютубе пишут в заголовок: «Зелимы Маддаев спустил леща на битве взглядов Перейра». Лично я там не увидел леща. Ну да, толчок был в лицо, но не более. Напишите, пожалуйста, в комментах, что это было, просто толчок или все же лещ. Многие задаются вопросом, куда пропал Александр Емельяненко после боя с Магомедом Исмаиловым. Президент ACA ответил на этот вопрос. Насколько я владею информацией, сейчас у Александра именно тот период, когда он ушел опять в романтические настроения. Вот когда у него романтическое настроение закончится, он готов будет опять тренироваться и продолжать бойцовскую карьеру. Ну, тогда есть смысл об этом подумать и обсудить это. То есть пока он еще не вышел из этого тела, несмотря на то, что уже там месяц прошел? Я говорю еще раз по той информации, что у меня, Александра, пока что романтические настроения. А на этом все, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, но только если видео этого заслуживает. Всем желаю удачи, пока.